Дмитрий Николаевич, мы не прощаемся, будем постоянно общаться. Вы действительно нового формата тренер, и у вас очень много экспериментальных идей, которые, в принципе, на сегодняшний день и дали возможность сегодня клубу сыграть в премьер-лиге. И особенно хотел бы поблагодарить за настрой команды на волжское дерби, которое показало Волгу, показало характер, при том, что не все, может быть, получалось в первом тайме, в первом матче, но во втором тайме команда показала тот потенциал, который смогла реализовать и остаться в премьер-лиге. Честно говоря, многие, я знаю, похоронили клуб «Волга» как клуб, играющий в премьер-лиге, но тем не менее была проделана колоссальная работа, в первую очередь, тренерским штабом во главе с Дмитрием Николаевичем. Вот. Безусловно, удалось поставить игру, настроить ребят на результат. Были всякие моменты, были как бы провальные циклы. Но так или иначе, задача выполнена, как Дмитрий Валерьевич сказал, и задача по первому этапу, и задача по второму этапу. Дим, спасибо тебе большое, с тобой было легко работать. Не было практически конфликтных ситуаций, всегда находили общий язык и взаимопонимание. Спасибо.